Вальсируют в воде и жонглируют мячами. В Челябинск приехал передвижной дельфинарий из Москвы с новогодним представлением. Далее сюжет на правах рекламы. Высокие прыжки в воздухе сменяются игрой в баскетбол. Публика не жалеет сил, бурно аплодируя каждому новому трюку. В зале особые зрители. Воспитанники детских домов, школ-интернатов, многодетные семьи, инвалиды-колясочники. Сегодня была возможность у детишек вот, с инвалидностью, с ограничением возможностей, даже колясочники были, посмотреть представление дельфинами, которое предоставилось, такая вот возможность благотворительная. Просто не все люди, дети, тем более с ограничением здоровья, могут себе такое позволить. В Челябинск приехал московский передвижной дельфинарий. Сегодня первое представление. Благотворительный спектакль. Заняты все 600 мест. Для детей выступают Дед Мороз и африканская обезьянка. А морские артисты кружатся в вальсе, пишут маслом картины и лихо отбивают мячи, посланные зрительного зала. Я бы сказал, что это, наверное, морские люди. Я бы их отнес как к людям, потому что у них характер свой, поведение свое. То есть они живые, их чувствуется, что вот они какие-то. Может, даже где-то и умнее нас, людей. За 40 минут представления морские артисты буквально влюбили в себя публику. Слов нету. Дельфины просто удивительные животные. Программу придумывают сами дельфины. Потому что все, что они делают, заложено им природой. И тренер выступает только в роли наблюдателя. Он наблюдает новый трюк и подбирает музыкальную обработку для того, чтобы запустить его в программу. Представления продлятся все новогодние каникулы. Со 2 по 10 января будут играть по 3 спектакля в день. В полдень 15 и 18 часов. Дельфинарий расположен на парковке торгового комплекса «Горки». Алла Комкова, Павел Чернега, ОТВ.